Кандидат президента Франции Франсуа Фийон заявил, что стал жертвой заказной кампании. Журналисты утверждают, что Фийон фиктивно устроил на работу жену Пенелопу и двоих детей. В тот период он был депутатом национального собрания. В общей сложности они получили около 1 000 000 евро из парламентского фонда. В понедельник Франсуа и Пенелопу Фийон вызвали на допрос в прокуратуру, а во вторник полиция провела обыск в административном крыле здания парламента. Как сообщают французские издания, следователи искали трудовой контракт жены кандидата на пост главы государства, который сама она не смогла им предоставить. До скандала кандидат от республиканцев считался одним из фаворитов президентской гонки. Насколько я знаю, такого еще не было в нашей новейшей истории, чтобы за 3 месяца до выборов развернулась такая профессиональная кампания по устранению кандидата.